России и уже сегодня активно поддерживает нас во всех инициативах, направленных на устойчивое развитие коренных народов. И я бы хотела передать слово представителю компании. Добрый день. Вас приветствует компания «Борисович», крупнейший производитель металлов. А я Дмитрий Козлов. И наш вице-президент Александр Вячеславович поприветствует народную культуру. Вот видите, мы всем доказываем, что мы говорим на родных языках, мы знаем родные языки, свою культуру и представляем 270 тысяч коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. И сегодня замечательное мероприятие у нас. Я думаю, все наши сообщества коренных народов сегодня действительно на таком празднике, на открытии. Мы в России открываем год языков коренных народов. Спасибо, Нина. Спасибо. Давайте проследуем к следующему слайду. И ознакомимся с одними из представителей коренных народов Российской Федерации. Мы только что были. Здравствуйте, уважаемые гости форума. Вас приветствует Марийцы Югры, Марийский национальный культурный центр Мариуша, Союз Марийцев. Мы здесь живем, проживаем в Югре, и мы ощущаем здесь себя как дома. Почему Марийцы? Это финно-угорский народ. И данная земля – это наша как родная земля. Поэтому мы благодарим вас за то, что мы здесь чувствуем себя как дома. И сегодня хотим представить экспозицию, потому что значит язык? Язык не может жить без культуры. Живет язык, живет культура. И марийцы, что значит язык? И марийцы показывали, мы можем читать наши экспозиции, да? Когда мы смотрим к нам, что марийцы услышали, мы тоже читаем, мы читаем, как жили марийцы. Посты чтения, политики, спортсмены, артисты,
Пройдемте, пожалуйста, дальше, уважаемые гости. Ваши аплодисменты.
аплодисменты исполнителям, которые открыли это прекрасное событие. Вера Кондратьева, музыкант, композитор, самобытный исполнитель народа Хаты, город Лентор, Югра. Рахтына Дымкыль, уникальная исполнительница из республики Саха-Якутия, которая на достойном уровне представляла Россию на открытии Международного года языков коренных народов в ЮНЕСКО, город Париж. Воспитанник этнокультурного центра «Лыленксоюм» Кирилл Галяев и детский театр современной хореографии «Академия танца», город Ханты-Мансийск. Основанием проведения года языков коренных народов стала резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Права коренных народов». Основная цель – это привлечение внимания мирового сообщества к проблеме возможной утраты языков и принятие мер по их сохранению и возрождению. План проведения года языков коренных народов включает в себя более 700 мероприятий по всей России. Кроме того, учреждены специальные премии за вклад в сохранение и возрождение языков коренных народов и за освещение событий года языков коренных народов в СМИ. Основные организаторы международного форума «Год языков коренных народов в России» – Федеральное агентство по делам национальности, правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и Фонд поддержки коренных малочисленных народов России. Также спасибо нашим генеральным партнерам. Публичное акционерное общество «Лукойл». Публичное акционерное общество ГМК «Норильский никель». «Сахалин Energy Investment Company Limited». Форум призван объединить представителей коренных народов, научного сообщества, экспертов международного уровня в сфере языковой политики, государственных деятелей, представителей средств массовой информации и всех неравнодушных граждан с целью обсуждения вопросов сохранения и развития языков коренных народов, актуальных для всего мирового сообщества. Сегодня мы будем говорить о том, как сберечь коренные языки России, как приумножить наше культурное наследие. Я очень рада пригласить сегодня на эту сцену участников пленарной дискуссии. Заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Магомед Салам Галиевича Магомедова. Пожалуйста. Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игоря Вячеславовича Баринова. Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры Наталью Владимировну Комарову. Заместителя председателя постоянного форума ООН по вопросам коренных народов Сюанчжана. Если можно, пока вы здесь. Председателя комитета Государственной Думы по делам национальностей Ильдара Ираковича Гильмутдинова. Президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации Григория Петровича Леткова. Эксперта, члена постоянного форума по вопросам коренных народов Жервэ Зоа. Руководитель рабочей группы по вопросам сохранения языков и развития языкового разнообразия в киберпространстве Межправительственного совета программы ЮНЕСКО Евгения Ивановича Кузьмина. И члена постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, исполнительный президент Международной сети коренных народов Азии Хаудари Уман. Пожалуйста. От имени Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации, сердечно приветствую организаторов, участников и гостей Международного форума «Год языков коренных народов России». Основные направления стратегии госнацполитики в отношении родных языков затрагивают прежде всего совершенствование системы обучения и обеспечения прав граждан на изучение родного языка и других языков народов Российской Федерации, воспитание и уважение интереса к изучению истории, культуры и языков народов Российской Федерации, популяризация и развитие родных языков через включение в информационное пространство. Я считаю, процессы глобализации могут
привести к исчезновению в 21 веке более 90% мирового языкового разнообразия. Сохранение языка, фольклора коренных народов в цифровую эпоху – выполнимая задача. Так, на Ямале планирует выпустить разговорник для чиновников, работников предприятий, включающие слова, фразы, используемые в обиходе на ненецком, франкийском, сиркутском, русском языках. Программист из Дагестана разработал мобильное приложение, с помощью которого дети в игровой форме смогут изучать родной язык. Деловая игра «Профи-учитель» в Якутии стала стимулом для внесения корректировок в образовательные программы для повышения квалификации учителей, в том числе и родного языка, сохранения родного слова. Мы хотим, чтобы ребенок, независимо где он находился, у него должен быть доступ в перспективе на изучение родных языков. Это дистанционное электронное образование. Такие уже в стране, уже такие системы есть разработаны, так надо их по всем языкам, по крайней мере, системе образования разрабатывать и внедрять. Мы видим очень сложные подходы, связанные с проведением экспертизы наших учебников. Там 4-5 этапов заплатить. Чтобы один учебник вышел на свет, нужно полтора, там сколько-то миллионов рублей, только на один учебник. А сколько нужно для целого, чтобы линейку сделать? Добрый день. Good morning. Ladies and gentlemen, the sisters and brothers from County Mansi, I would like to welcome the Year of Indigenous Languages in the Russian Federation as a part of International Year of Indigenous Languages 2019. This is a very important year for all indigenous peoples around the world, and I would like to mention the key role that has been played by current and former forum members. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. It is my honor to speak at this international forum on the Year of Indigenous Peoples in Russia. I'm very pleased to see that today we have a lot of indigenous peoples from all over Russia to come here to participate in this forum in your very colorful costumes and a rich culture as well as rich languages. Distinguished representative, it is an honor for me on behalf of my expert colleague from the United Nations Permanent Forum on Indigenous is to take part in this international forum year of Indigenous language in Russia. The United Nations Permanent Forum on Indigenous Issue welcome with satisfaction the organization of this international forum and congratulate the authority of the Russian Federation for holding this meeting. Добрый день, уважаемые участники этого прекрасного форума. Многое из того, что делается в ЮНЕСКО для сохранения языков, делается именно по линии программы, межправительственной программы «Информация для всех». Это единственная программа в мире, которая изучает проблемы сохранения языков и развития языкового разнообразия в киберпространстве не изолированно, а во взаимосвязях с другими актуальными проблемами глобального информационного общества, такими как и доступность информации, сохранение информации, медийная информационная грамотность, использование информации для развития и информационной речи. This is my great privilege to be part of this interactive dialogue with focus on best practice and projects in the sphere of preserving native language. Speaking on behalf of the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, a high-level advisory body mandated to advise the UN agencies and programs and implementation of the UN Declaration on the Rights of Indigenous People. Мы рады приветствовать от имени организаторов всех тех, которые собрались сегодня здесь в зале для того, чтобы вместе обсудить
все насущные вопросы, касающиеся образования коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Наш комитет по делам Севера и Дальнего Востока ведет такую работу, и одним из активных участников этого направления Гоблева Татьяна Степановна, которая более подробно о проделанной работе вам расскажет чуть позже. Вот, со своей стороны хотел бы сказать, что мы около года занимаемся этим направлением и, безусловно, понимаем, что живое общение – это и есть основа сохранения языков, и та связь с поколением, с истоками памяти предков – это та линия, на которой необходимо сохранять самобытную культуру. С большой радостью приветствую вас в Хомансийске в этот особенный день. В работе форума принимают участие более 700 человек, и еще большее количество заинтересованных людей будет смотреть трансляцию нашего мероприятия по интернету. Каждому обществу, каждому человеку нужна мечта, нужна вера в себя. И в определенном смысле Международный год родных языков коренных народов мира и является той частью мечты, которая начала сбываться. Как взращивать душевную теплоту? Как воспитать счастливого человека, понимающего... ...могут являться иные предметы окружающего мира. И без развития вот этих носителей информации образование развиваться не может. Почему? Потому что если во внешнем мире нет языка, то зачем его изучать? Так вот, я бы хотел, вот на примере Республики Карелия, я хотел бы рассказать о наших подходах вот, по поддержке развития карельского, венского и финских языков на территории Республики Карелия. Дорогие коллеги, я рада приветствовать вас с открытием года языков коренных народов у нас в России. Сегодня у меня четыре тезиса, основанные на афоризмах об изучении языков. Первый тезис, следующий слайд. Язык – это генетический, не генетический подарок, а это подарок социальный. Изучая новый язык, вы становитесь членом клуба, сообщества носителей этого языка. И поэтому, мне кажется, мы с вами все заинтересованы в том, чтобы максимально вот оцифровать наше культурное пространство, наши языки и все то, что было за тысячелетия накоплено. Вы можете себе представить, какая колоссальная перед нами стоит задача? Тысячу лет наши предки копили вот те знания, умения, взгляд на мир, философию. Вот все то, чем мы с вами пользуемся, вот они копили, сохраняли, передавали, трансформировали, а сейчас не кто-то другой, а именно мы с вами ответственны за то, чтобы вот это наследие перешло следующим поколениям, чтобы оно продолжало жить. Мне кажется, мы не всегда с этим справляемся. Уж простите меня за честность и за откровенность такую, да, и за жесткость, может быть. Мы не всегда с этим справляемся. Мы часто воспринимаем вот эту эру перехода к цифровому нашему бытию как нечто такое дополнительное и необязательное, что совершенно неверно. Это насущная необходимость, это первое, что нужно делать, да, если мы действительно заботимся о своей культуре и хотим, чтобы наше многообразие, фантастическое многообразие, которое наши предки смогли сохранить и нам передать, они смогли, вот, чтобы мы тоже смогли это сделать. Ну вот, пожалуй, наверное, я буду по ходу давать какие-то комментарии. У нас 10 выступающих, и дай Бог нам уложиться в те 2 часа, которые нам отведены, потому что я прекрасно понимаю, что чем больше реальных практик, а не теории, тем сложнее, да, как-то им сложнее уложиться в эти там, 5-7 минут, которые у нас даются. Культуры народа. И Федина Марина Серафимовна, заместитель директора Дома дружбы народов Республики Коми. В любом удобном для вас режиме. Вы можете брать микрофон и сидеть, да? Вы можете выходить к трибуне. Как вам нравится, как вам комфортно. Единственная просьба соблюдать время, чтобы остальным тоже хватило времени все рассказать, что они приготовили и привезли. Спасибо. Спасибо большое. Неожиданно первые выступать достаточно сложно.
Включите, пожалуйста, презентацию. Я приехала из Республики Коми и, соответственно, хотела бы поделиться своим опытом, и не только своим, но и Республики Коми в деле сохранения развития общения материальной культуры Республики Коми. Мы прекрасно знаем, что у всех регионов есть тот или иной опыт, но то, что мы начинали это с нуля абсолютно и сейчас имеем достаточно большой опыт, то дает нам право небольшое говорить чисто практикоориентированно. Прошу включить презентацию. Тема сохранения развития нематериальной культуры, конечно, она очень актуальна. И прежде чем начать говорить, два небольших тезиса. Что такое нематериальная культура? Прежде всего, в этой области для нас важны следующие варианты от касаемого языка и язычной культуры. Это книжная культура, это устная культура народа, которая переходит из поколения в поколение посредством устной формы. Образование и, естественно, наука, как составляющая важная часть культурного наследия, естественно, и краеугольным камнем, которое объединяет все это, является язык. И сегодня хочется немножечко поговорить о деятельности лаборатории. Конечно, мы работаем с разными языками финно-угорскими. Лаборатория изначально создавалась как финно-угорская, и в составе были три человека. Но приоритетным, естественно, у нас является коми-язык, язык народа коми. Наш основной сайт, где можно увидеть все, что основные разработки. На сегодняшний день лаборатория вот эти шесть человек. Деятельность лаборатории построена над многими языками. И эти базовые продукты, инструментарий, который мы создаем, он описывается на наших сайтах. И его можно использовать для всех. Он абсолютно бесплатно для пользователей. И, надеюсь, получит большую применение в других регионах. Говоря о сохранении нематериальной культуры, а мы должны знать, что мы должны сохранять не только то, что нам передали, но и память о том, о тех людях, которые это сделали. И вот этот ресурс Коми-энциклопедия Коми-Тадарим, он аккумулирует в себе все те сведения, которые работали по коми-языку, переводчики, да, и очень востребовано. Говоря о популяризации, вот здесь наша библиотека Коми-Кишер, где в полнотекстовом формате выложены более 6600 произведений, в том числе, посмотрите, переводная литература, где представлены параллельные тексты на языке оригинале и на переводе, например, на коми-языке риском. Это очень востребованный ресурс, потому что дает возможность познакомиться с литературой других народов тоже. Так. Ну, говоря о развитии, конечно, без науки не обойтись. И с большим удовольствием представляю наше... Считанное количество людей. А у меня был вопрос, а сколько знает специалистов сидит реально? И сколько языков они представляют? Вот это было бы интересно понять сейчас. Коллеги, да, кто занимается вот всем тем, о чем у нас Марина Серафимовна говорила, какими-то частями даже этого проекта, руки поднимите. Три. Нет, смотрите, раз, два, три, четыре. Вот я говорю разными аспектами этого. Ну, да. Нет, мы говорим про другое, мы говорим руками делать вот то, что о чем. IT-специалисты. Да. Сколько здесь IT-специалистов? Правильно задаете?
Извините, пожалуйста, Арина, например, я не IT-специалист, я чистый филолог. Сколько людей, филологов, плюс IT-специалистов, плюс организаторов процессов в этом зале занимается уже сейчас этой проблематикой? Или в зале в основном, так сказать, сидят люди, которых это интересует на будущее, для общего развития и так далее? Вот сколько людей уже сейчас занимаются в том или ином качестве? Учителя родного языка считают? Я думаю, что да. Вот. Нет, давно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Ну вот 15 рук, значит, три сказали, что занимаются непосредственно, 15 интересуются опосредованно, да. Но я думаю, это немало. Это немало, потому что это немало. Еще многие еще и не доехали, или уже уехали, поэтому... Ну, во всяком случае, не трое, как это было несколько лет назад. Да, вот я помню прекрасный период, когда это вот реально было 3-4 человека во всей стране, а остальные просто не понимают, что это идет. Спасибо вам большое. Хотел бы отметить, что та проблематика, которая обозначена в Аргарии, она действительно сегодня весьма актуальна, и можно согласиться с предыдущим выступающим. Я здесь озвучиваю то, что подготовила Академия наук Республики Татарстан, потому что в части проекта, естественно, я лично участвовал, когда работал в Министерстве образования и науки Республики, и хотел бы остановиться на наиболее таких крупных проектах, которые мы реализовали. Эти проекты обусловлены, с одной стороны, тем, что татары живут достаточно дисперсно, из 7 миллионов, около 5 миллионов, это вне Республики Татарстан проживает. И, естественно, как отметила Маргарита Алексеевна, от 2003 года, то есть он достаточно... Неправильно. 1994 года, то есть это уже третья программа, которая реализуется в республике, она лонгируется, и таким образом в основном на 10-летний период. Эта программа на 7-летний период. Разработаны мультфильмы, художественные анимационные издания, мультимедийные модули, 200 серий отечественных зарубежных фильмов, мультфильмы переведены на язык. И созданы за этот период такие ресурсы, как Бала, Шаян ТВ и Татар Иль, я не на них остановлюсь. Создана энциклопедия школы, энциклопедия Татар Иль, Татарский мир. Он включает в себя огромную хрестоматию, полный набор всех продуктов на языке, которые включают в себя в том числе и видеозаписи спектаклей, музыкальных произведений разного совершенно уровня и жанров. Естественно, вся школьная программа, здесь все школьные учебники, и здесь можно в этом ресурсе можно найти учебники как для детей, которые владеют языком и которые совершенно не владеют языком, то есть программные средства здесь учтены. Вот здесь вы видите одну из страниц, вот смотрите, здесь, во-первых, по уровням образования, первый, второй, третий, четвертый класс, например, для русскоязычных детей, для детей, которые владеют языком и так далее. Ну и, естественно, весь набор материалов здесь, он в активном доступе. Проект БАЛА, это для маленьких детей, это 120 сказок и рассказов на сегодняшний день. Они на русском, татарском языках озвучены. Есть функции караоке здесь, тесты, обсуждения. Ну, естественно, для соответствующего уровня возможно скачивание этих иллюстраций. Для кого этот проект? Он для малышей. Естественно, российского народа севера на цифровых носителях и в киберпространстве. Сейчас вам дать основной видеоролик, а потом я расскажу, что для них всего и предложение.
является уникальным хранилищем информации о говорящем на нем этносе и его культуре. На данный момент на нашем портале уже представлено 28 народов, коренных 20 народов Севера. Ну, там, конечно, информации мало, но чем мы можем гордиться? Тем, что вот язык Тесюки и Юкакиров мы уже увековечили, потому что носителей языка всего осталось практически 3 человека. И мы вот Людмилу Николаевну Демину записали полностью весь украинский язык, разговорники, сказки и так далее, очень много чего. И полностью все юкакиры, чтобы информация была вся, она практически записана. Ну, это лесные юкакиры, по тумеренным, там побольше носителей языка, и записи тоже есть. И вот хотелось бы, чтобы этот проект развивался как сетевой федеральный проект, чтобы, например, мы выступали... Что для этого нужно? Так, что для этого нужно? Для этого нужно, конечно, финансовая поддержка. Идея заключается в том, чтобы в нем принимали участие все регионы, в которых проживают коренные малочисленные народы Севера, например, да? И чтобы они, ну, занимались при финансовой поддержке, конечно, значит, сбором информации с архивов и записывали вот посредством носителей, потому что носители моментально очень практически уходят каждый день, с ними уходит история. Да, но вот тоже вопрос, почему именно там, да? То есть нужно отвечать всегда на этот вопрос, почему именно у вас должны все, потому что мы увидели, что все там с вами в своих регионах что-то делают. Дело в том, что мы этот проект с 2011 года развиваем. И практически, ну, вот что мы развиваем с 11 года, выбрали технологии, все отработали уже, в принципе, сейчас вопрос контента стоит, да? Но дело в том, что сегодня, вот неделю назад в Сыктывкаре была конференция, Северный культурный форум, и там вот мы как раз вот тоже вопрос возник, и вот Федина выступала тоже с проектом своим. Ответ-то какой? И нам порекомендовали объединиться для того, чтобы финно-угорскую группу Балтийского народа Севера центр КОМИ взял, а остальную как бы мы, да. Но с этим проектом хотелось бы вот в федеральное агентство обратиться, предложить. Ну, я уже обращался, это уже 2 форума, там резолюции были, но пока после ныне там, как говорится. Понятно. Вот спасибо, Анатолий Васильевич. Да, у нас еще одно выступление. Ко мне уже подошли, сказали.